Так, теперь у меня есть алмазная кирка. Идет дождик. Так, я все своял. Смотри, сейчас мы соберем изумительный материал. Я забываю, как его зовут. Но мне кажется, типа омикрон. Какое-то такое название очень такое магическое. Так, вот здесь у меня спуск в самый низ. Я не знаю, на сколько кирпичей. Потом я сделаю тут культурную лестницу. Вот он, этот материальчик. Ну что, давай пытать счастье. И что? Он не собирается нифига. А почему? А, собрался. А что так долго? Две стихии. А сколько их нужно? У меня сейчас кирка. Папа, а почему такой долгий-то? Ты смотри, что творится, как долго. Я так долго буду выскребать. Ну сколько? Давай сделаем 10 штук. Дальше посмотрим. Портал в ад. Потом будем учиться делать. Сейчас, кстати, я посмотрю название. Сейчас нам скажут название, подожди. Конечно же, не омикрон. Обсидиан. Да, я вспомнил, видишь, быстрее, чем подсмотрел. Обсидиан. Напомню, что, если кто не знает, это вот вода попала на лаву, и, в общем, вот родился такой замечательный материал, да. Ну, значит, пока вот эта вся занудливая работа совершается, я скажу про... планы еще раз, про планы сделать всемирный торговый... Ух! Ё-моё. Про планы сделать всемирный торговый центр. В Нью-Йорке башни-близнецы. Одна башня у меня уже есть. Я думаю, чего не хватает? Не хватает второй. Но она немножко будет не квадратная, как бы, а она будет у меня... Ну, немножко, слегка продолговатая, понимаешь? Так, я добываю 10 штук, и хватит. Это просто, видимо, так предусмотрено, так, такой труд кровавый. Но она, кстати, это алмазная кирка, и не особо и тратится. Может, потом можно из обсидиана сделать кирку, кто знает. Так, закладываем. Так, это у нас 9 штук уже, да? А ну-ка, интересно, как будет херачиться этот самый булыжник. Такой киркой бесценный. Просто даже затаив дыхание, пытаясь себе это представить. Ну-ка, давай, попробуем. Ну, нет, с такой же скоростью он это делает. Ладно, побережем пока. Далее, давай вот здесь немножко пройдем. Так, близко к лаве лезть не будем. А, тут все обсыпается, понятно. Это этот подовый материальчик такой. Так. Видишь, вот он обсыпательный материальчик. Мне не нравится. Давай мы с этой стороны обойдем тогда. Подожди, что такое? А, это я углем пытаюсь сделать. Так вот обойдем здесь сбоку. Вот здесь посмотрим. Вот. Ну и тут вдоль, понимаешь, может быть что-то очень интересное. Ну вот уже угольки. Ладно, угольки уже добудем тоже. А вот это вот золото, что ли? Вот что это желтенькое падает? С таким изумительным звуком, как колокольчик. Да. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, стоп. Стоп. Это вот это ужасная история. Так, ладно, закладываем, нафиг нам надо. А, так. Вот здесь давай тогда вот так тут заложим. И как-то вот то, что вот это вот вытекание бы убрать. Во, убралось. И вот здесь все-таки заложим. Нафиг нам столько лавы, просто никому это столько не надо. А, нет, я тут случайно обсидиан заложил.
Так, нет, не завожу. Теперь вот надо вот прервать будет. Так, вот этот вот водопад лавы. Я, конечно, не советовал бы самому себе туда лезть. Слишком-то уж нарожен. Ну, ладно. Обойдем так. Там как-нибудь поднимемся. Во, редстоун. Так, сейчас сюда он нам польется. Не польется. Ага. И вот эта вода тогда. Что делать-то вообще? Воду перекрывать или лаву? Да, есть время подумать.